Семью уговорили не тратиться на похороны Табакова. Родственникам выдали свидетельство о смерти легендарного артиста Олега Табакова. И теперь они могут заняться организацией похорон. Однако этот процесс взял на себя театр. Семья актера 13 марта начнет заниматься подготовкой похорон и оформлением документов. Однако близких Табакова уговорили не тратиться на похороны. Все издержки возьмет на себя Московский художественный театр имени Чехова в знак уважения. Один из сыновей артиста хотел полностью оплатить процесс, но театр настоял на своем. Траурная церемония пройдет в театре 15 марта. Предположительно, легендарный актер упокоится на Новодевичьем кладбище. Напомним, Олег Табаков скончался 12 марта после продолжительной болезни. У него случился сердечный приступ, поэтому врачи решили отключить пациента от аппарата жизнеобеспечения. Артист боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание. Ему было 82 года. Для многих актеров уход коллеги стал страшным ударом. Вплоть до похорон Олега Табакова в театре отменены все спектакли. В ближайшее время коллективу Московского художественного театра, которым мэтр правил 18 лет, предстоит узнать имя нового художественного руководителя. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!